Там были бомбежки, военные стычки и перестрелки. Там было страшно. Приняли решение укрыться от войны и вот боялись за свою семью. Просто спаслись, скажем так. Меня зовут Женя. Я приехал с Лимана, Донецкой области. Мы находимся в этой церкви уже месяц. И продолжается. Вот пастор этой церкви, чтобы вот нас принял, дал возможность нам как бы жильем, просто находиться здесь, пересидеть и в трудное время успокоиться. Наши дети получили подарки, сумку самарянина. Ну, набор, который мы получили, подарок, вот, он был очень полезен для детей. И вот, ну, ребенок играется с радостью, принимает все это. Мы должны любить друг друга, помогать друг другу. Без этого, думаю, тяжело будет выжить. Без помощи друг другу. Действительно, Бог подкрепляет меня, подкрепляет всех, кто со мной приехал, дает силу. Слово Его – это бальзам нам на душу.